Юные танцоры разминаются за несколько минут до начала репетиции. Рита Панищева – опытный участник массовых танцевальных постановок. Девушка участвовала в майдансе и флешмобах групп поддержки с рекордным количеством участников. На этот проект пришла совершенствовать танцевальную технику. Я люблю танцевать и очень хочется попробовать новые какие-то движения, то есть себя там в чем-то, не только там в медленных танцах, а и в быстрых, таких энергичных. Энергичным движением участников постановки учит певица Руслана. Под песни в ее исполнении станцуют около 2000 человек. В основном это школьники и студенты харьковских вузов. Це шоу, воно розраховано на простих людей, на простих дітей. Діти, які хочуть сьогодні жити новим іншим життям. Вони активні, вони позитивні, вони хочуть бути разом. І ми цим проектом даємо можливість їм збиратися, тусувати, закохуватися і об'єднуватися. Це новий стиль життя. Такое шоу пройдет в 11 городах Украины. Победителей определят по звуку. Аудиторию измерят специальным прибором. Победу одержит самая громкая. Лучшая команда снимется в клипе Русланы. Переможців ми будемо робити з зірками. Вони не просто знімуться. Подумаєш, знятися в клипі Руслани. Руслана буде робити їм кліп. Харьковская команда выступит завтра на площади Роза Люксембург. Организаторы обещают, будет сенсация. Но чем именно удивят зрителей, пока не говорят. Валерия Шапаренко, Евгений Педин, медиагруппа «Объектив».